Вообще, я родился в Киргизии, потом в 16 лет переехали из Сафрунзе в Херсон, это Украина. Это было в 76 году. В 95-м мы переехали из Херсона в Орегон. Орегон – это Портланд. Потом в Орегоне мы прожили 2 года. Купили здесь землю, не видя, что там за земля. Короче, купили. Приехал, посмотрел, мне понравилось. Понравилось, значит, это было в 97-м году. И мы переехали в 97-м году. Одни из первых, можно сказать, семей. Это 7-я семья, потому что мы 3 семьи ехали. Обосновались, построили этот дом без электричества. Электричества не было абсолютно, провода протянули, это уже когда поставили крышу, протянули провода, вот эти столбы поставили. И то вот этот последний столб поставили. Когда другие приехали, уже протянули следующие провода. А все пользовался бензопилой. Купил в магазине бензопилу. И материал покупали мы не в магазине, а покупали на пилораме. Значит, она получается, доски нестандартные, где больше, где меньше, но клином мы шли там по ширине, по длине разные все. Буквально каждую доску резали, в размер. И у меня как раз в это время дети, старшей дочке было 12 лет, сыну 10 лет. И вот я успевал только разметить стенку, а они гвоздями забивали гвозди. Буквально за день мы ставили одну стену. Это получается 36 фитов. За день мы успевали отрезать. И получается 32 на 36 дом. И вот это за 4 буквально световых дня мы собирали стенку. 200, по-моему, мы отдали за 3 акра. 2200 долларов. Сколько дом примерно обошелся? У нас было 15 тысяч, когда мы начали строить дом. Значит, мы построили крышу, поставили и купили щедрак. Это драйвал, или как он, сухая штукатурка по-русски, или как она изошла, не знаю. А, вот это мы вложили, а потом уже начали подрабатывать и достраивать. Вот здесь вот получается сама скважина. Скважина глубиной 420 фитов. Это по-русски примерно 120 метров глубина. Вода зимой никогда не замерзнет. 20-30 градусов, если будет. Но у нас самое много было 18 градусов.